Добрый вечер. Сегодня хочу рассказать вам про лампы Гаусс. Вот одна из них как раз перегорела. То есть она неожиданно начала мерцать. Так, достаточно с высокой частотой. Вот, и все, не горит. Давайте вывинтим и посмотрим на нее. Она была снабжена вот таким вот радиатором, причем даже типа алюминиевым. Но, к сожалению, из-за того, что была в достаточно таком плотном плафоне, горизонтальном, вентиляция все-таки была недостаточна. И из-за перегрева она все-таки со временем перегорела. Поэтому, если вставляете лампочки такие, то лучше в такие люстры с широким плафоном, там, где обеспечивается достаточно естественная вентиляция. Воздух не застаивается горячий. Следуйте этому совету, ваши лампочки светодиодные прослужат дольше. Спасибо за внимание. И нужно их немножко от пыли протирать со временем, потому что тоже ухудшает теплоотвод.